И вот она, встречайте, наша знаменитая королева труда, Лопата. Экскаватор изготовлен на Тверском заводе экспериментальной механики. Он сделан достаточно легким. Здесь используется хорошая сталь, прочный, надежный ковшик, органы управления, колеса. Все это делает его самоходным, позволяет оператору управлять, стоя на платформе. Вес оператора является противовесом ковша. Предусмотрены ручки переключения передачи передней и задней ковши. Удалили корней, они достаточно тяжелые, березовые. Руками удалять это невозможно, технику загонять сюда далеко. То есть будет стоить там 1050. Поэтому при полноценном дне работы можно все эти корни удалить.
крайне правое положение, подсос переключить, включатель и завести. Пальцы, на эти же пальцы ставим крюк. Для того, чтобы инструмент потребуется открутить два болта, выбить два пальца, снять болт, установить крюк, вставить обратно два пальца, скрутить два болта. При наличии центрального инструмента